Зачем мне мячик баскетбольный? Как это тут включать? Внизу, внизу. Во, поехали. Всем привет. Это кактус, и я продолжаю играть в игрушечку по названию Alone in Space. Значит, напомню, про что эта игрушка. Я на каком-то не космическом корабле, на какой-то орбитальной станции, где пошел терраформинг, что-то как-то неправильное. И я предотвратил взрыв своей жизнью. Меня расхерачило к фигеням, но жена меня, по-моему, клонировала. Да, вот так. И я сейчас вот выясняю, что тут за обстоятельства происходит. Для того, чтобы не открыть дверь внизу, мне нужно запустить электричество дать. И мне нужно, значит, вон ту включить. Или это нормально, частота установлена? Мне тут надо установить правильно частоты. А для того, чтобы мне правильно частоты установить, мне надо быстренько туда пройти. Сейчас еще раз шибанет. Раз, два, раз, два, раз, два. Успел. Так, длина. Длина поменьше. Ва, во, мне их надо просто соединить, окей. Почему неверная частота? Так, а как мне? Ну вот я правильно же сделал, смотри. Ой, не то делаю-то. Так, вот так. И вот эту вот понизить. А, я понял. Вот. Так, где еще неправильно? Вон там неправильно. Туда мне что-то стыкать проходить-то прям. Так, сколько он должен два раза тут долбануть, да? Ух-ух-ух. Так, длину не в эту сторону. Вот в эту. Так, и уменьшаем. Все, должно заработать. А, вон еще неправильно. Так, ладно. Сохранится бы, блин. Так, а тут не стреляет, тут не стреляет. Так, ладно, давай, стреляй. Вот. Это была опасно. О, ты сука! А как она меня попала-то? Я тогда не успею ничего сделать-то. Давай попробуем еще раз. Не успею так сделать ничего. Как ж так-то? За что такое мне муки? Ой, и сейчас все заново, да? Да, тяжело, что-то прям. Давай, поехали наверх. Так, тут установлено, вон там неправильно. И вон там неправильно. Тут странно, тут не должно же бить. Так, а как мне тебя больше-то сделать? Слышь, а я не знаю, как это делать. Это я ее вообще вытянул, смотри. А больше-то я тебе не сделаю. Не, слушай, а тут не работает. Не, сорян, вообще неправильные. Я их не соединю вместе. Нет, это я не то делаю. Так, а если мы тебя вообще согнем? А, во! Точно. Еще надо больше, да? Нет, это очень, да? Ну как вот так. Давай, давай, давай. Оп. Почти. Нет, не сюда. Мне меньше надо. Во! Эту установил, значит, он там неправильно. Нет, нет, не убей меня, не убей. Хорошо, не убила.
Так, это много. Это мало. Длину побольше. Еще. Вот. И теперь. Нет. Готово. И вон там надо. Охренеть. В самом тяжелом месте. Так, тут не стреляет, пойдем. Просто его. Ух, прям перед носом шибануло. Так, длина, 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 длина. Нет, надо больше делать. Вот так, еще. Только не попади, пожалуйста, в меня. Не попадай в меня. Так, это я уже переборщил, да? Так, это быстрее все равно ползет. Значит, надо еще надо уменьшить. Вот. Частота установлена. О, не стреляет больше. Так, на всякий случай, по-быстрому. Нахер отсюда. Так, а как вниз-то? А, вот. Лифт просто не тут. Фу. Да тяжело что-то было. Так, а мне надо куда? Хорош, давай вниз. Так, лучше мяч убери, во. Нет, это тоже убери. Флеш-карта. Во. Мне, по ходу дела, надо туда, да? Потому что отсюда я вышел. Я коды-то не помню. Так, отсюда, да, отсюда я пришел. А, нет, вот отсюда я пришел. Сюда надо флеш-карту ставить, да? Да, вот отсюда я пришел, понял. Окей. Идем тогда сюда. Тут у нас что, это не работает? Это открыть. Нигде разгерметизации нету. Вот здесь сейчас... О, бляха-муха, я думал, что-то случилось. А это загрузочка. Загрузочка — это хорошо. Значит, тут есть будет сейвушка. Интересно, меня все-таки клонировали же, да? Наверное. Так. Блять, и тут стреляет. Да вы чё? Ну ладно, тут сейвушка была. Так, меня не убило. Отлично. Налево, направо. Так, ну давай тут. Во, лабиринт это, ну кто так строит-то? Так, ну это я прошел сюда, это понял. Только на кой хрен-то? Смотри, все в крови. Так, а задания-то у меня какие? А, журнал J. Элма, НМП. Че, я не помню, как журнал поставить. Ладно, не знаю, как журнал поставить. Тап, нет, не ставится журнал. Так, это понял. Тогда пока сюда не идем. Сбегаем пока в другую сторону. Вот тут мы не были. Так, что-то там плохо все. Ёбушки-воробушки. Разваливается станция. Нет, смотри, тут все нормально. А, система отключена. Русский тут, конечно, вообще просто офигенский. Так, вот какая-то лаборатория. Еще одна лаборатория. О, почитать что-то можно. А, попытка запуска планетарного ядра назначения назначена на 14:30. Возможно, незначительный перебой в системе. Ага, незначительный.
Нахер тут у вас все бомбануло? Знаете что? Я же говорил. Я предупреждал их все время. Они не верили мне. Торос поторопился, старый дурак. Вся база была повреждена. Мы потеряли контакт с Вектором. Прошло 3 дня с момента аварии. Люди начинают паниковать. И я боюсь, что скоро начнется полный хаос. Я подал официальную жалобу о нарушениях в процессе работы. Я не согласен с текущими методами. Терраформация идет слишком быстро, расчеты толком не проведены, не проверены. Математические модели показывают возможность распада магнитного поля. Командующий Торос игнорирует все предупреждения. Вот, и я, наверное, вот от этого взрыва всех спас, там много народу. Меня расхерачило к фигиням. Но меня моя жена клонировала. Молодец, какая жена-то у меня. Система функционирует. Окей. Так, нету ни хрена. И ни хрена нету. Система отключена. Так, тут ничего интересного. Валим тогда. А валим мы вот сюда, да? Так, погоди, или отсюда я пришел? Сюда я пришел, да. Зашел, да, сразу вот сюда. Тут походил, вот сюда надо. Тут у нас... Блять! Ну вот нахера меня пугает-то все, блин. Я вот только, блин, в Outlast поиграю. Так, тут херово, тут все херово. Тут, значит, надо закрыть. Кислород, сейчас... Давай, закрывай. Герметичные шлюзы соблюли. Соблюли. Все, открываем. Нет, там дымит до сих пор, смотри. Так, а если я вот так? Открыть, открыть, давай быстрей. Да ты хорош. А, принудительная блокировка. Ладно, только ты не помирай, только не помирай, не надо. Все, хорош. Живи. Живешь? А, во! Так, перенаправление энергии. Ага. Опа, пятнашки, да ты чё? Так, эту собрали, блин, надо было... Так, а мне какую? Мне вот эту надо. Так. Теперь нет, не эту, бляха-муха. Ой, ну как же я пятнашки-то не люблю, а? Так. Местами бы надо поменять. Ну вот ты хера мне пятнашки дали, а? Вот эту вниз бы опустить, а? А хотя нет, не эту надо вниз опускать. Надо... Вот, вот так. А, нет, вот так все-таки надо. А вот эту надо вот сюда. И как это сделать? Вот так. Да, точно. А нет, ни хрена. Я их просто по кругу прокрутил. А мне надо вот эту наверх, вот эту. Вот эту штучку мне надо наверх, а как? Так, ну это я все равно тоже по кругу кручу. Кручу, верчу. Поебаться хочу. Бляха! Да ты чё? А, нет, все равно, смотри, вот эта штука не дотягивается до сюда. Надо местами вообще поменять вот с этой штукой. Вот так. Точно. Значит, туда мы ставим обратно вот эту. Смотри, почти получилось. Так. Значит, вот это, вот это, вот это. Нет, вот это наверху. Бля, все равно так не законнектится.
Так, ну вот это точно тут, потому что сюда другая никакая не влезет. Вот это идет. Значит, идет вот сюда. Потом, значит, надо вот эту по-любому сюда. И надо теперь вот эту соединить. Вот эту вот с этой соединить. Так, давай мы тебя тогда вообще вот так вот перекрутим. Вот. Я понял, как это работает. Вот. И, а чё, сука? Бля, вообще неправильно. Так даже еще хуже получается, чем я изначально задумал. Вот это-то, вот эта штука должна быть тут. Так, вот это она наверх, вот это вниз обратно. Так, а вот эту теперь надо сюда передвинуть. Не, подожди, надо было маленькую туда передвигать, да? А, я же через верх иду. Или нет? Во! Заебись. Вообще случайно просто сделал. Ну и чё? Так, давай тогда закроем. Так, там пожар идет. Сейчас вентиляция заработает. Оп, заработало же, да? Где можно почитать то, что там заработало все? Ну, пожар тут. Тревога. Обнаружено тактическое аварийное отключение. Ну, давай. Высасывай оттуда все. Слушай, не работает ни хера. Нет, тут принудительная блокировка. Давай закроем опять. Закроем, пока побегаем еще где-нибудь поищем. Может, отсосет оттуда кислород весь нахер. Так, во, еще что-то почитать можно. Ситуация на базе ухудшается. Вначале ремонт шел хорошо, но потом выяснилось, что повреждения обширнее. Многие системы вышли из строя. Программных мостов цепи не хватает. Многие из линий резервного копирования вышли из строя. Многие части базы отрезаны. Ошибка. Так, это я только что почитал. Уведомление. Попытка запуска планетарного ядра. Ну, а я что? А, ну это просто всем оповещение пришло. Так, высосал там все. Открыть. Нет, не работает. А как мне это все... А если я вот так зайду, смотри, его здесь закрою. Нет, не работает. Открыть. Так, газы, 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 нихуя. Так это не работает, я чуть не оглох там нахер. Ладно, пошли в другую сторону. Давай вот сюда вот сходим. Тут-то мы не были. А ни хрена, тут мы и были. Изначально. Запуск. Система не работает. Надо, наверное, вот это еще запустить, да? Говорили бы... А, смотри, это я же я тут. Нет, не тут. А, да, я вот тут. Меня вот здесь молния шваркала. Окей, ладно, пошли тогда направо посмотрим. Вот это-то работает. Опа, соду дал. И нахера мне банка с содой? А, банка с содой мне, чтобы вот здесь вот надо пройти. Так, понятно, тут не ходим. Вот, вот здесь можно. Погоди, погоди, я заберу тебя. Опа. Надо было сразу мячиком кидаться. Он чеканится хорошо. Кровяка. Ну и какого хуя я по кругу-то прошел?
Как мне газ-то обесточить? Мне вообще не нравится, что там газ льется. Так, может, я что-то упускаю? Туманность космическая. Вот еще херня какая-то, смотри, ломается все. Мне надо что-то вот тут сделать. Ну, цепь я собрал. Запускай давай. Так, это я не могу взять, одеть. Цепь заработала, идти мне больше некуда. Чего вы, что мне не даете-то? Так, система функционирует. Нет, не дает никуда потыкать. Можешь вот здесь вот закрыть. Цепь я собрал. Перенаправление энергии, окей, да, смотри, раз, вот здесь вот работает. Так, а если отключить? Так, не работает, да? Нет, обнаружено токсическое... Что это? Включаем. Вот, должно работать, должен мотор заработать. По-моему, тут что-то баганулось. И не хочет откачивать оттуда. Газ. Да, блядь, газ вот этот ебучий. Да открой ты. Принудительная блокировка. Так, уходим, уходим. Да хорош ты, не помирай только. Так, все правильно сделал. Ладно, давай еще посмотрим. Так, тут-то точно не могу ничего сделать. Тут я не могу ничего сделать. Тут. Тут я тоже не могу ничего сделать. Тут я уже все проверял. Выходим. Заходим налево. Тут я тоже все полазил. Так, это не открывается, эта система не функционирует. Идем дальше. Направо это главный коридор, но с другой стороны. А тут мы придем через туманность. А птичка не поднимается. Да, наверное, что-то баганулось. Слышал, мне нужен был, наверное, пропеллер там включить какой-то. Так, вот здесь я видел это по кругу. Вот здесь. Вот здесь сейчас туманность будет. Да, туманность я могу обойти вот так. Только мне это ничего не даст. Обнаружен ядовитый газ. И что мне с ним делать-то? Так, тут все закрыто. Ничего нету. Так, напиток мне больше не даст. Еще один напиток можно вон там взять. И это как раз вот этот мег-аптек. Вот здесь вот тоже нихера не херачит. Может, не туда энергию? Нет, хотя там только одна всего ячейка, куда можно энергию было перенаправить. Да, и смотри, везде больше системы не работают. По-любому там надо что-то делать. Банку забрали. На всякий случай. Мне все-таки там надо что-то сделать, а что? Теннисный, бейсбольный, флеш-карта. Вот так, руки освободим. Да нет, компьютеров-то больше нету. Перенаправленная энергия. На. Зелененьким все загорелось. Вот энергия, вот что куда надо. Вот сюда. Вот же ж блин-то, а? Так это не работает. Тут не тыкается. Тут не тыкается, тут не собирается. Че меня так стопорит-то, а? Я терпеть не могу, когда вот так вот в играх стопорит что-то. А давай зайдем и там закроемся. Или мы так уже делали?
Так, а может надо подбежать и что-то тут нажать? А, вот, смотри. И все. Так, 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 подожди, подожди, подожди. Откачивай, откачивай все нахер. Во, я, блядь, по кругу бегаю, прикинь. Нужно было подойти, тревогу отключить и насос захерачить. Во. И все, и готово. Вот сюда все усосало, блин, через фильтр. Вот и все. Готово, бляха-муха. Так, открыть. Дай. Че, банка не дает пройти? Открыть. Так, и тут сейчас еще что-то загорится. Так, туда там туманность. Давай сюда сходим. Так, терраформинг, значит, у них пошел не по плану, как хотелось бы, да? Так, это я куда? Гамбургер. Это же гамбургер, да? Так. Пожалуйста, дадите окончание декомпрометации. Это что за нахер? Меня что-то сейчас убьет нахер. Ладно, себя еще раз планирую, чё. Это медицинский отсек, что ли, какой-то? Готово. Вы можете покинуть зону очистки. О, я чистенький. Открыть. Нахера я вообще-то разрезал? Тревога. Обнаружено тактическое. Запуск сканирования. Сканирование запущено. Опа. Опа. А, я же себя очистил. Во, не обнаружено. Теперь могу открыть. А я же еще кучу комнат не ходил. Так, игра сохранена. Так, что у нас тут? Врач, похоже, сошла с ума. Это не помогло остаться незамеченным. Ей повезло, что у нас есть... Что у нас и так куча проблем, чтобы волноваться еще и о ней. Я не понимаю, зачем она это делает. Этот клон никогда не станет настоящим Алексом. Это будет лишь пустой сосуд с несколькими обрывочными воспоминаниями. Это она про меня так. Я вообще-то вам жизнь спас. Я извлек первые 4 цифры пароля к шлюзу позади аномалии. 6327. Надо записать. Шлюз. 6327. Получить пятую из памяти поврежденного компьютера мне не удалось. Можно испытать удачу. Там не так много вариантов. Всего лишь цифры от 0 до 9. Так, я извлек первые 4. Значит, это последняя, пятая. Поврежден. Уведомление не работает. Так, болты. Нахера мне столько болтов? И пепси нет. Пепси не возьмешь. Газировочку он не взял. Берем все, потому что метать надо будет куда-нибудь. Наверное, скорее всего. Так, тут я только что был. И пошла. Опа, тут меня прибило, окей. А вон там. Вот тут хорошо. Забери. Так, вот тут хорошо. Так, вот тут тоже хорошо. Тут хорошо. Ничего тут нету? Так, тут хорошо. Тут тоже можно пройти. Так, тут нельзя пройти. Где моя банка? Ладно, хер с тобой. Бляха, болтом себя убил, прикинь. Взял себя, болтом убил. Попробуй давай еще раз. Значит, не в ту сторону пошел, да? В обратную надо. Ща пойдем в обраточку. В братулечку. Загрызка. Я неправильно прочитал. По-моему, было написано загрызка. Так, тебя, по-моему, не берет ток.
Да, надо банками. И сюда нельзя. А куда же мне тогда? Так, а мне тут и делать-то нечего. А, смотри. Я же могу вот так пройти. Вот же ж я первый раз тупанул. Так, дверь позади аномалии. Вон тот кот. Давай сюда, сюда сходим, посмотрим, что тут у нас вообще имеется. Система функционирует. Код. А, вот позади аномалии, да? 6327. Так, давай. 6327-1. Так, 60... А я могу на клавиатуре? Не могу. 6327-2. 63-27-3. 63-27-4. Ха-ха! Да 4, в принципе, не так уж и много было. О, блин, опять загрузка. Меня обозвали сосудом. Ну, хотя, да, я тоже не сторонник клонирования. Потому что одно тело-то умрет, а другое-то что будет? Там, типа. Типа там. Куда это мы пришли? Пришли в зад аномалии. Тревога, повреждена система, протоколы безопасности отключены. Ничего меня тут не шкваркнет. Шкваркнет, да? Так, вот еще аномалия. Так, ну это я пройду мимо. Два банку возьмем. Баночка. Мне тут, по ходу дела, вообще придется, блин, швырять налево-направо. Так. Тут ничего. Опа, еще одна голая тетя. Хорош, такая голая тетя-то. А кто автор? Ой-ой-ой, копирайт чей-то. Ну ничего так. Так, вот это, по-моему, наш шаттл, да? Ну ладно, давай, знаешь что? Пускай тикает. Давай тогда на этом серийку закончим, вот на этой такой приятной нотке. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик. Ставьте пальцы вверх, комментируйте. Рассказывайте друзьям, делитесь ссылками. До новых встреч. Пока-пока.